по килоносцам эстафеты Олимпийского огня в городе Петропавловске-Камчатском становится уникальный человек. Покелоносец под номером 17. Это писатель, журналист, музыкант, путешественник Валерий Трофимович Кравченко. Поприветствуем Валерия Трофимовича Кравченко, который сейчас будет принимать эстафету Олимпийского огня. Вот пишет некоторые регалии Валерия Кравченко. Почетный гражданин города Петропавловска, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный артист Российской Федерации, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, автор многочисленных очерков о культуре Камчатки, автор книг «Мэнго», «Капелла», «След ветра», «Наэса радуга упала», «Я сердце отдаю Палане», «Тигиль», «Река времени», вдохновленные Камчаткой. Буквально этой осенью в свет вышел альбом о художнике Вадиме Санакоеве. Его автор-составитель Валерий Кравченко. Вот какой человек понесет сейчас факел под номером 17. Факел нести, не на пианино играть. Очень волнуюсь, поделился с журналистами нашими на Федерации. Привет! Направо, налево, можете помогать. Приветствуем Евгения Ивановича Морозова под номером 2. Вы по вашей доброй аплодисменте!